И это... Чё? Вау! Всем привет, с вами Радужный Нубик и добро пожаловать на новый видосик по Бравл Старсу. И я так думаю, что он будет прям очень-очень интересный, потому что, смотри, у нас какое-то новое обновление. Встречаем праздники, анонс обновления. Пираты захватили Бравл Старс, и это еще не все. Я захожу в магазинчик и вижу тут одну такую очень хорошую акцию, даже целых две. И, короче, смотри, здесь получается есть акция за 459 рублей и за 749. И, возможно, ты уже понял то, что я сейчас собираюсь донатить в эту игру. Как ты думаешь, стоит ли это делать или нет? И давай, смотри, прямо сейчас ты напишешь в комментариях, какую именно донат-группу мне купить. Ну, точнее, какой именно донат, 35 уровня или та самая пора. Вот, короче, давай я тебе дам несколько секундочек, чтобы ты это сделал прямо в комментариях, а я просто зайду и комментарии эти обязательно пролайкаю. Короче, вот, просто пиши в комментариях, что мне нужно купить. А я пока что посмотрю, что же здесь такое еще есть интересненькое. Может, у меня тут какой-нибудь подарочек есть? Нет, видимо, походу, нифигашеньки у меня и нету. Ё-моё, очень сильно обидно. В общем, я так думаю, что вы уже все, конечно же, написали. И ладно, так уж и быть, я открываю та самая пора. Ё-моё, 749 рублей, это же прям просто дофигища. Ну ладно, ничего страшного, ради вас я готов это, конечно же, все купить. Короче, смотри, получается, прямо сейчас я буду открывать свой донат, который я купил. Итак, у меня для начала есть 200 кристалликов, потом у меня есть 1200 монеток, просто офигеть. И у меня еще есть два сундука, точнее, блин, я не помню, как они правильно называются. Короче, два больших сундука. Так, у меня, получается, выпала Пенни, Бул, надеюсь, хотя у меня какой-нибудь сейчас персонаж выпадет, бомбезный. Да, смотри, и это... Чё? Вау! Мне выпал Леон. Леон. Ты понимаешь сам это? Леон, самый легендарный боец. Офигеть. Вау. Я даже сам не ожидал такого. Эта покупка прям 100% успешная. Прям 1000000% что она успешная. Офигеть, Леон, да это же вообще прям с первого сундука. Ты сейчас сразу же понимаешь, за кого я, конечно же, буду играть. И как все-таки хорошо то, что я копил те самые очки силы. Я сейчас знаю, куда я их сразу же потрачу. Смотри, получается, забираем сразу же 150 очков силы. Или 100, не помню, да, 150. Забираем и сразу же, конечно же, вкидываем их в Леончика. Офигеть, ё-моё! У меня сейчас эмоции прям очень сильно переполняют. И я так подумал, что даже я этот видосик выложу на свой основной канал прям по-любому. А, ну ты же уже об этом догадался. Тогда мне нужно еще раз поприветствоваться. Всем привет, с вами не Радужный Нубик, а Нубик-Копик. Офигеть. Просто это самый настоящий эпик, я даже сам такого не ожидал. Давай, короче, все свои призы получим, потому что я их так долго уже не получал, так долго их экономил. Ух, у меня даже слов нету. Ё-моё, ну ладно, этот видосик по-любому уже получается успешный. И за Леона нужно прям по-любому запилить свой лайкос. Это вообще прям однозначно Леон. Офигеть. Мне нужно немного передохнуть, потому что у меня аж, блин, руки вспотели от такого. Так, еще 25 очков тоже заберем, пожалуй, в Леончика. Потому что у меня это сейчас такое чувство, что у меня это будет самый любимый персонаж. Прям по-любому. Так, еще 50 монеточек. И смотри, у меня получается на 3000 кубков будет уже новый боец Бо. Но я так думаю, что он мне на самом деле не очень-то и пригодится. Потому что у меня есть Леончик. Офигеть. Так, короче, смотри, бойцы заходим, выбираем сразу же Леончика и нужно его сразу же максимально прокачать. Так, сколько, получается, до какого уровня могу его качнуть? Всего лишь до 4-го. Ё-моё, серьезно? Ладно, давай тогда сейчас твои кейсики подкроем. Может быть, я еще могу его и до 5-го уровня качнуть. Хоть бы реально это так и было. Что-то не повезло. Ладно, давай мы с тобой все-таки немного побольше кейсиков подкроем. Опа, Леончик, нормально. Это, конечно же, очень хорошо, прям очень-очень кстати. Так, я, короче, кейсики пока что открываю. Давайте побыстрее, пожалуйста. Так. Может быть, мне глядишь, еще кто-нибудь выпадет. Было бы тогда вообще прям супер-мега-бомбезно на самом деле. Так, подожди. Я уже, получается, прокачал его или нет? Давай сразу же быстренько посмотрим. Да, я его могу качнуть до 5 уровня силы. Прям тютелька в тютельку. 80 очков. Нормально. Забираем. И что? Сейчас, я думаю, можно сразу же полететь в наши каточки. Фух. Прошло, получается, только половина видосика, а я уже прям думаю то, что он собрал 1000000 лайков. Если это не так, то по-любому ты должен допилить свой лайкос и побыть немного поближе к миллиончику. По-любому, чтобы получить 1000000, мне выпал Леон. Нифига себе, я, получается, стихами. Ой, я, блин, забыл Леона выбрать. Так, погоди, выйти, я по-любому... Да ё-моё, черт, я... Ну ладно, давай так уж и быть, одну каточку все-таки сыграем за нашего... я забыл, как его зовут. За...
Рика, точняк, я помню, как его зовут. Его зовут Рика, нифига себе. А я уже хотел попросить вас в комментариях, чтобы вы написали, как его зовут. Так, смотри, здесь получается играет вообще самые настоящие нубасики какие-то. Потому что у меня-то есть Леон, самый имбовый просто чувак. Фух, мне кажется, теперь можно вообще прям перед всеми даже хвастаться, что у меня есть Леончик, офигеть. Мне кажется, это реально самая настоящая прям новость дня, прям по-любому. Все-таки не зря задонатил в эту игру. Я прямо сейчас об этом вообще ни капельки не жалею. Так, Брок, иди отсюда нафиг, потому что я тебя должен сейчас сразу же вынести, конечно же. Конечно же, я должен тебя уничтожить. Так, минус. Брок сейчас будет по-любому. Раз, сразу же его вынесли. А, стоп, так нам же нужно сейфики ломать. Ё-моё, что-то я про это совсем забыл. Я почему-то подумал, что мы играем в захват кристалликов. Черт, иди отсюда нафиг, Рика. Нет, потому что я должен взять сразу же и затащить, конечно же, черт. Бомбермены меня всякие закидывают, ё-моё. Я хотел свою ульту немного поднакопить для сейфика, а почему-то я не смог этого сделать. Какого вообще фига? Непонятно. Ладно, давай уже поскорее закончи, пожалуйста, нашу карточку, потому что я хочу поиграть за Леончика. Так, наконец-то. Я уже жду не дождусь, когда я за него зайду. Так, смотри, получается, сразу же берем и ультуем, только мне нужно сюда сныкаться потихонечку. Так, ультуем сейф. Блин, серьезно, я всю ульту профукал, ну бас! Черт, да. Карточка все-таки у меня реально немного не задалась. Ну, не задалась, да. Но все-таки я, конечно же, сейчас победю прям по-любому. Так. Главное только, чтобы меня этот Рика сейчас не убил. Иди вообще отсюда нафиг, Рика! Да с какого фига у него 44 хп осталось? Вы гоните, что ли? Ладно, давай просто возьмем и немного ускорим эту карточку. Короче, мы все-таки немного продули. Ё-моё, я вообще не понимаю, как так получилось. У нас всего лишь на 5% было меньше жизни, чем у них. Ё-моё. Ну ладно, сейчас я Леончика сразу же выбираю и сразу же иду всех разматывать. Короче, смотри, нажимаем выйти. Блин, как я мог так вообще зафейлиться и случайно перепутать и выбрать не того игрока? Ё-моё, Леон. Наконец-то этот день настал. И сейчас-то мы с тобой сразу же посмотрим, как он играет в одиночную шедешечку. Потому что мне кажется, то, что там он будет вообще прям самый имбовый чувак. Прям вообще по-любому. Тем более, что у меня есть 5 силы. И тем более, что у меня 0 кубков. Значит, меня сейчас закинет к самым настоящим нубасикам. И вообще сейчас будет самая настоящая просто изи каточка. По-любому. Так, смотри. Я, получается, сразу же иду ломать все наши сейфики. Ой. Блин, там еще и Джесси есть. Или, ой, не Джесси, точнее, а Пенни. Вроде бы это Пенни, если я ее не путаю. Так, стоп. А чё здесь так же долго восстанавливается сила, блин, ё-моё, немного фигвастенько это. Ну ничего, ладно, ничего страшного, потому что я сейчас по-любому затащу. Так, у меня получается есть первая баночка, правда она как-то фармилась прям очень-очень долго. Так, там слева получается есть у нас Брок, окей, погнали его сразу же быстренько вынесем. Так, Брок, пошел отсюда нафиг, минус Брок и минус Пока, Пока, пошел, пожалуйста, отсюда нафиг. Ты офигел что ли, ты хочешь меня затащить? У тебя это нифигашеньки не получится, чёрт, воу, нифига себе. Воу, нужно все-таки немного сгаситься. У него там оставалось вообще прям капец как мало жизни. И все-таки я не смог его вынести. Почему так, вообще непонятно. Так, Пенни, ты лучше иди отсюда нафиг. Потому что, воу, нифига себе, ты, конечно, на рандоме попалась. Так, быстренько. Фух, чуть не попало в меня. Ё-моё, так, у него получается ульта, это просто невидимка. Окей, я вас сразу же понял, конечно же. Главное, чтобы та Пенни меня... Ой, или Джесси, блин, я все время путаю, ну ладно. Главное, что она меня не убила, и что я сейчас сразу же, конечно же, затащу. Так, пушка, иди отсюда нафиг, потому что ты здесь вообще на самом деле не нужна. Черт, она мне еще и чуть жизни не снесла. Ну ладно, ничего страшного, потому что, в принципе, я пока что жив. И я сейчас иду сразу же всех уничтожать. Воу, воу, меня все-таки могут сейчас убить. Поэтому мне нужно быть немного аккуратным. Динамайк, пошел отсюда нафиг. Динамайк, говорю, отстань отсюда, пожалуйста, мне нужно быстрее, черт, восстановить свои жизни. Динамайк, я тебе что сказал? Отстань от меня, ты не понимаешь вообще, что ли, это? Ты вообще, что ли, глупенький? Так, минус Динамайк, пожалуйста, минус Динамайк, ну же, почему я не могу его убить? Черт, ладно, мне нужно все-таки немного отойти, потому что я потихо начинаю сливаться, ё-моё. Вроде бы Леончик, вроде такой имбовый персонаж, а как-то убить у меня все-таки не получается. Видимо, я все-таки за него играю как самый настоящий нубасик. Ну, простите меня, пожалуйста, потому что я реально прям очень сильно нервничаю, потому что здесь очень такая эпичная катка. Я вообще такого не ждал. Опа, так у нас уже столкновение, что ли, началось. Иди сюда. Воу, воу, черт, меня могут убить. О, меня убили, я занял всего второе место. И вроде бы я здесь даже никого не убил. Серьезно, это вообще... Как это вообще работает? Я немного не понимаю. Ладно, давай тогда просто возьмем и поиграем с тобой в какую-нибудь командную каточку. Например, в...
сейчас посмотрим, в чем мы с тобой поиграем. Опа, а погнали-ка поиграем с тобой в перехват. Там-то я по-любому буду вообще прям самый-самый топ. Я буду там по-любому топ 1, 100%. Только давайте уже побыстрее как-нибудь загрузимся, и вообще все будет супер-супер-гуд. Так, получается, смотри, игроки все найдены, и моя карточка начинается прямо сейчас. Я пошел сразу же в разнос, только у меня что-то немного лагало. Эй, вы офигели, что ли? Эль Примо. Ой, а, это у нее никель прямо, ё-моё, вот это подстава. Я такого вообще на самом деле не ожидал, черт, вы офигели, что ли? Так, подожди, у него там вроде бы было мало жизней у этой розы, поэтому ее можно было загасить на самом деле. Но что-то у меня это немного не получилось. Стоп, а, так мне нужно наносить урон по боссу. Воу, нужно быстрее невидимку, черт! Да как она меня спалила, я же в невидимке был. С какого фига, непонятно, ладно. Сейчас просто возьмем тогда и босса мы сразу же уничтожим. А для этого нужно сначала подобрать вот эту баночку и погнали сразу же наверх, как можно ближе к нашему боссу, чтобы его сразу же уничтожить и испепелить вообще полностью. Так, здесь я вижу еще бегает Эль Прима какой-то, но пока что мне совершенно не до него. Так, босс, иди отсюда нафиг. Главное, чтобы он только сейчас по мне стреляться не начал. Он, блин, стреляется, но все равно в меня не попал, потому что он какой-то нубасик. Я сразу же выхожу на первое место. Так, ой, блин, зря только потратил свои пули, ё-моё. Так, здесь еще и как его, блин, я не помню, как его зовут, тоже ладно, в принципе, ничего страшного. 30 хп, иди отсюда нафиг. Сразу же собираем баночку, нормально. Здесь у нас еще и Роза бегает, ты офигел, что ли, Роза? Ё-моё, черт. Меня могут сейчас убить, но нужно быть немного поаккуратнее, на самом деле. Иди отсюда нафиг, отстань, пожалуйста, от меня, не убивай. Минус, кстати, нифига себе, там сколько банок было. Нужно сразу же все, конечно же, подобрать. У меня уже просто есть 12 банок, офигеть, я всех почти что убиваю с одного раза, серьезно, вот это Леончик, вот это просто бешеный персонаж, нормально, черт, он меня ультанул, босс, это на самом деле было немного фига-васенька, но ничего страшного, потому что я его сейчас сразу же уничтожу, опа-на, иди отсюда нафиг, блин, там и так-то баночка лежала, можно было ее подобрать, и я что-то немного зафейлился в этом плане, но в принципе ничего страшного, так, короче, смотри, здесь у нас получается есть еще одна роза, есть еще и Барли, но ничего страшного, черт, ё-моё, меня сейчас могут убить, это на самом деле не много фигово. Воу, минус Барли сразу же. Реально, смотри, я походу всех просто уничтожаю с одного раза. Это вообще законно? Офигеть. Ну, эта карточка будет по-любому за мной. Здесь я по-любому буду топ-1. Черт, иди отсюда нафиг, робот. Потому что ты мне вообще на самом деле здесь не нужен. Так. Опа, на ко мне идет Лео, точнее, Эль Прима. Ты что, дурак, что ли? Ты зачем вообще на меня идешь? Я не понимаю. Я же тебя уничтожу вообще просто в пух и прах. Так. Короче, смотри, это просто реально самая настоящая изичная катка. И самое настоящее, изичное, первое место по-любому, воу, черт, меня сейчас могут убить, ё-моё, мне нужно немного депаться, офигеть, меня реально только что чуть не уничтожили, ё-моё. Но, конечно же, у них это нифигашеньки не получится, потому что у меня уже 21 банка, что? Просто сейчас один удар по боссу, и я его сразу же уничтожаю, только мне нужно, конечно же, по нему попасть, блин, за меня это сделал другой чувак, но, в принципе, ничего страшного, потому что я все равно занял первое место, ты лучше всех, и мне дали сразу же 10 кубков, и я апнул своего Леончика до второго ранга, нормально. Две каточки, и сразу же второй ранг. Так, я думаю, то, что видос получился прям вообще мега бомбезный, и он тебе понравился, потому что мне выпал Леон! Офигеть вообще! Ты должен по-любому за это поставить свой лайкос на это видео и подписаться на канал, и поставить колокольчик, если ты этого еще не сделал. Ну, а с вами был Кубик Нубик, пока!